Так, это у нас коридор, мы зашли. Здесь большая квадратная комната. Сигнализация, пожарный датчик стоит. Так, лоджия большая, просторная. Можно ее утеплить. Застеклить как душе угодно. И дальше пошли на кухню. Дальше направо кухня. Дальше мы выходим на кухню. Тоже здесь пластиковые окна. Зеленый двор. Поменены трубы частично в санузле. Полипропиленовые трубы хорошо, это даже лучше. Вот сама ванна. Воздух сухой. Там идет один стояк. Что? Не, но тем не менее очень жарко. Очень жарко, тепло. Так, и вторая комната. Отличительная особенность этой планировки, что она тоже большая. Почти 17 квадратов. И вот выход. Тоже зеленое. Зеленое насаждение здесь. Тишина. Дорога не проездная. Будет совершенно не шумно. Комфортно проживать. И вот выход из квартиры.